Мы на канале Саша ТВ. И сегодня мы будем снимать Roblox. Детский сад 2. Это новая часть. Пойдемте садиться в автобус. Автобус. Садимся. Ого, сколько тут людей. Настя села? Да, смотри. А ты где? Я тебя не вижу. Вот я там, в самом конце. В самом конце 9 человек. Я еще посчитаю, может, 10 человек. 11. Когда же мы отправимся? Наконец-то мы отправились. Первый раз играем в часть 2 детского сада. Это очень интересно. Тут еще нужна игра в футбол. Да, игра в футбол самая класс для развития. Вы, кстати, почаще играете в футбол на свежем воздухе. Это очень полезно. Так, какой огромный дом. Нам надо постучаться, чтобы наша воспитательница услышала. Тук-тук-тук. Двери, к сожалению, близко подойти нельзя, как в первой части. Потому что она слишком может... Потому что человек в Роблоксе может застрять. Да, человек в Роблоксе. Вот Настя уже застревала. Да. Представляете? Ее воспитатель. Вау, какие длинные волосики. О да, давайте послушаем. Так. Пишет. Ну, мы хотим уже поиграть. Давай, воспитатель, еще пускай нас. И когда у нас закончится линия, мы должны подкрепиться. Тут будет линия? Да. А там будут кормить? Тут будет кружок, сердечко. А нас будут кормить? О, смотри, водичка, подкрепление. Когда заканчивается... Когда у тебя жизнь не заканчивается. Интересненько. Только я не вижу. Когда полоса сверху тоненькая. Когда я буду проигрывать, надо выпить этот самый полезный воду. Вау, давайте покататься на этой быстрой горке. Смотри, а я уменьшу пирата. Да, тут можно прятаться. Да, прикольно. Знаете, самое... Страшно, это монстр. Смотрите, паровозик. Я водитель. Это моя любимая. Тут надо прыгать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ура! Семь. Восемь. Ой, я буду рисовать. И 10. Я буду рисовать что угодно. Какая собачка. Теперь нам надо... рисовать. Интересно. Мы с мальчиком рисуем. Вау, давайте тоже порисуем. Вау, какие у нас красивые кляксы. Давайте поможем Саше с кляксой. Кораблик. А, это не кораблик. Это вот такая вот штука наверху. Это клякса. Кляксы мы нашли. Клякса это у нас. Интересно, какая мы команда будем? Да. Напишите в комментариях, пока идет время. Так. Синяя или красная? Вот именно. Над надписи у девочки меч от пирата. Тут можно выбирать. Давайте выберем команду. Синюю. Команда синяя. Играй. Надеюсь, что у нас больше, значит, мы победим. У нас больше, а у них меньше. Назад, внимание, гоут. Нет, не гоут. Гоут. Давайте синий. Красный приближается, но мы им не дадим мяч. Да. Не дадим. Ого, как мы пинаем. О, как хорошо спина. Давайте, нужно попасть в их ворота. Красный нас опережает. Ничего себе. Им надо защитить ворота. Нет, это не победитель. Дурацкий красный.
Вы что? О, мне кажется, хорошо. Паркурится! Ничего себе толпа! Давайте, бежим! Уже скоро время кончится, и победят красные. Все, время кончилось. Я в Роблоксе не умею играть в футбол, поэтому это не очень. Красные, надо было выбирать команду красных, они сильнее. Да. Хотя нас больше, но они сильнее. Да. Ура, группа! Какой большой дом, я в шоке. Наверное, мы сейчас будем кушать. Наверное, смотрите эту картинку. Читают? А тут читали? Тут едят и читают. Смотрите, в первой части раковины не было. Вон помыться. Ужин. Да. Ужин. Надо выбирать туалеты. Ужин. Давайте поедим. Давайте выберем из порции. Вот, нам дают выбрать картошку фри, пицца, куриные ножки или сэндвич. Давайте бургер. А я сэндвич. Вот она же. Очень вкусно. А с картошкой. Ням-ням-ням-ням. Смотрите, как мы аккуратненько берем, кусаем. Подкрепление. Я ставлю бургер, потому что мне сейчас нечего кушать. Потому что мы не хотим. На всякий случай, когда у меня будет тратиться энергия, я поем. Кажется, кола. Кола. Смотри, Саш, сколько у меня вещей вкусного. Покажи. Много. Где ты колу нашла? Где ты колу нашла? Где балкон? А, балкон. Балкон. А где наш балкон? Наверх. О, смотрите, скоро начнется какая-то премьера. Кажется, какая-то тревога. Да, тревога. Я постараюсь тут выжить. Я тоже. И не совершать ошибок, чтобы тут не проиграть. Тут еще помощники монстра черные. О, и они очень быстро. Так давайте посмотрим в телек. Так. Я в это играл 100 раз. О, наш старый. Детский сад старый. Мы там играли. О, нет. Это самый страшный монстр. Он нас убивал. Да. Ой-ой-ой, к нему лучше не подходить. Да, он нас может убить, а вот его помощники. Там они захватили воспитательницу. Мы выбрали сначала, чтобы снять вторую часть, чтобы посмотреть, что в ней такого интересного. А потом снимем первую часть, если наберется 2000 лайков. О нет, кажется, оно заканчивается, зависает. О нет! О нет! Нет! Кто же? Приближается. Да! Страшилка! Страшилка! Вы к нам
помогите. Надо подкрепиться. Пьем воду. Пьем. Подкрепление. Подкрепляемся. Давайте за шкафом. Так безопаснее. Открываем шкафы. Под бабочки, шапочки. Надо валить. Нет. Там помощники бегают за ним. Я спряталась в шкафу. Найду. Помогите! Настя, беги ко мне в шкаф. Надо подкрепиться колой. Я ем, что у меня очень мало энергии. Он с тобой рядом. Кажется, я... Не успела я только начать. Как я... Ну чего, Саш? Какое быстрое видео получилось. Давайте еще немножко продолжим. Да. Ну теперь я сяду в другой автобус. Да. Ну садись, Саша. Страшилка какая-то была, ё-моё. Автобус. 7 человек. А Настя выжила. Я не знала, что монстры могут в шкафу появляться. Я еще не освоила их телепортацию. Но теперь я знаю, в шкафу прятаться это не вариант. Это его были, кстати, помощники. Монстр самый главный, он быстрый. И его помощники быстрые. Так, как это всегда. Это просто жесть была. Страшные монстры. Страшные помощники. Все, побежали сейчас. Они меня пугают. Давай, я еще не освоилась в этом садике. Давайте посмотрим картину. Можем там так, что-то в картину списать. Когда воспитатель идет к лифту, надо под тоненькую штучку становиться. А воспитатель не... Его заберут воспитатель. А мы в лифте проиграем? Нет. Он просто так. Только на воспитателя будет сидеть. Вон, видите, бежит воспитатель. Что это такое? Надпись такая. Корги? Королевский. Знаете? Корги. Я не знаю, почему королевский. Наверное, из замка какого-то. Королевский корги. Корги — это собака. Порода корги. Ну, конечно. Собака с маленькими ножками. Длинная. Как сосиска, только с шерстью. Почему-то я тут одна в детском садике или не одна? Ты спишь? Да. А другие нет. У тебя такая полоса? У меня такой полосы нет. Странно. Я потому что подкрепилась немножко. Так я тоже подкреплялась. Бургером. И меня вдруг монстр нашел. Печалька. Да, печально тебе. Ну ничего, Саша. Я в футбол не хочу играть. Давайте лучше будем посмотрим. Кто победит? Да. Или монстр что-то делает, подозревает что-то. Монстр заколачивает у Насти. Заколачивает железную дверь. Гвоздями и досками. Это эритричество. Этого я не знаю. Это я смотрю у нас в телефоне. Еще мы пойдем, когда паркур проходим за мало времени. Нужно мы на улицу только на камканы нельзя. Сразу за одну попытку умерешь. То есть ты сделаешь. Смотрите, какой вентилятор. Радужный. Прикольно, да? Что это? Когда к нас уже воспитатель заберет? Что-то не в курсе. Давайте еще постучимся, попрыгаем. Давайте пока обсудим эту территорию. Ну что тут есть? Сад елочек, пальм. Можно посидеть, машины можно посмотреть, ехать. Я вышла на дорогу. Не задавите меня. Надо подождать.
Смотрите, я вышла из детского садика. О, подкрепление. Класс. Вот это да, я вышла из детского садика. Главное, чтобы меня не задавили. Ура, 100! Главное, ура, Саш, я полностью подкрепилась. Ура, Настя, ты профессионал. Я полностью подкрепилась, ура. Так, детский садик еще не открыт. Не поняла я смысла. Странно. Что, нам ждать? Это не тоже не вариант. Давай посмотрим, что на другой там, например, стороне. Может, там пройти можно? Нет. Забор. Воспитатель. Я знаю. Наверное, потому что детей мало. Придется, что ли, заново включать. Но я этого делать не буду. Ведь мы можем обсудить город, посмотреть там. Ты знаешь, Саш, эта картина что-то мне подозревает. Там, наверное, будет сейф. Наверное, там будет конфетка, шоколадка. Я не шучу. Или сейф. Ура! Ну-ка, запрыгай. Шоколадка! И мишки. Шоколадка по имени Роблокс. Да, это самое вкусное подкрепление в Роблоксе. Шоколадка. Если вы сейчас за кадром, прям вон там вот, едите, то пожелаю вам приятного аппетита. И говорите нам спасибо. За что? За что мы сказали? Настя немножечко не то говорит. Поэтому мы посмотрим другое. Мне нравятся эти штуки, они так вертят. Ветер завает такой. Такой вот. Ну а мы посмотрим дальше. О, воспитатель, давайте мы покричим все вместе. Воспитатель, воспитатель, выходи, выходи. Походу, он там что ли уснул. Может, точно? О, воспитатель мой, он почему-то радуется. Так, да. Я пойду обшужду город. Ну, машин. Ой-ой, смотрите, они не могут в меня врезаться. Потому что мы дети. Так, мы идем. Идем. Девочка гуляет. У нее что с света? Наверное, не пускают нас, потому что детей очень мало. Это жалко. Давайте посмотрим, что в магазине. Все. Это все за рубаксы. Вот это видео уже... О, нет! Так кажется... Ну, а мы будем... О, нет! А мы будем прощаться. Если кто-то хочет поиграть в эту игру, мы запишем продолжение. Первую часть. Ну, сначала, да, снимем вторую часть. Будут несколько как сериалов. Только два сериальчика. Вот первый сегодня, потом завтра второй сериальчик. Ну, мы прощаемся. Нету. Советую поиграть в эту игру. Страшно. Мы прощаемся. Пугающую. Всем пока.